have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Пойдем мы сегодня с вами в Cursed Island. И вроде как тут выглядит, как будто что-то немножечко подкрутили, что-то немножечко подобновили. Красиво, не знаю, красиво выглядит, прикольно выглядит, красиво. Хорошо. Да ладно, капитанишь, да-да-да. Вон, я же насколько офигел, что у меня аж прямо глаза... Ой, помнишь эту фишку, что можно было по стенам ходить? Да. Я только что вниз так пошел по стене. Блин, я также вверх хочу. О, частично работает. То есть там какие-то микропиксели остались. Немножечко, мне кажется, они тут что-то изменили. Я не пойму, что. Но мне кажется. Кажется мне, вот немножечко. Ты где вообще? Прыгаю. А, знаешь что? Что? Меню стало чище. Помнишь, слушай, тут всегда была куча вот этих вот нажималок, использовалок, всякое такое. А тут ты заходишь, у тебя просто чистый экран. Вот что сделали. Хорошо, а как теперь сундуки посмотреть? Без понятия. Слушай, ты же... Или они, в принципе, убрали систему сундуков и всякого такого, то есть... Ну, у меня почему-то все еще все есть, но... А как вот, как мне свою менюшку теперь открыть? Походу вот. Баг. А? Походу баги. Ха-ха! Ладно, ладно, я поиграю так. У меня нету вообще... Ни у кого, смотри, кроме тебя, ни у кого ничего нету, смотри. Никаких эффектов. Да, полностью исчезли эффекты, полностью исчезла менюшка, инвентарь. Я особенный. Звездный ребенок. Я думаю, это все из-за того, что у меня есть шлем, это, плащ и бета-тестеры. Не знаю, не знаю. Или знаешь, или знаешь. Хорошо, попробуем разочек покатать, так? Я пока не вижу в этом никаких проблем, разве что, я не знаю, в раунде у меня будут эти ботинки, ну, вот, и всякое такое. Ты ж, можно будет как-то... Слушай, они убрали сундуки в принципе. Навсегда. Да? Я серьезно говорю, они просто... У тебя менюшка есть? Да, есть менюшка. Как? Сундуков вообще нету. А как... Ну-ка, сейчас я посмотрю, как оно у тебя выглядит. А, прикинь? Да, это, видимо, у меня какая-то багулина. И у всех такая багулина. Сейчас, погодите, ребят. Ладно, ребят, мы опять здесь. Видимо, реально был какой-то странный баг. Ты зашел? Ты здесь вообще со мной? Да, я вообще здесь с тобой. А, я тебя не вижу, минуточку. Что? О, походу ты не со мной. Подойди тогда на мой сервак. Хорошо. Тут как раз сейчас начнется уже новая игра. А, ладно, похоже, я не буду это вырезать. Это было довольно интересно. Я так и подумал, что что-то поменялось, а оказывается, просто багануло. Нормально. А, вон, я тебя вижу. Хорошо. Это мы уберем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот, да, и мои нубы появились, и все нормально, все хорошо. А вот и тачка! Тут... Что? Зачем ты... Ай, да, ты же на тачке убиваешься, я вспомнил. Быстрее раунд начинается. Да я и так тут, ты че? Ну, зайди, тра-та-та. Короче, это знак того, что нужно ездить аккуратнее, а не прыгать по гора, знаешь, как горный козел такой. Поехали в раунд. Раунд! Итак, просыпаемся на острове, вокруг летают нубы, лицо офигевшее, что происходит, никто не знает. Че ты уже в ботинках-то? Зачем ты ботинки одел? Почему бы и нет, у меня их все равно дофига. Ты нарушил правила. Так, что вообще происходит? Мясорубка, тентакля, батут. Кадиллак. Кадиллак. Слушай, я думал, он бесконечный. Да, по-моему, продлили действие Кадиллака.
Хотя по виду эта тачка мне напоминает Chrysler C300. Мне кажется... Ой, а чё он сдох? Что ты сделал с человеком? Надрался на него. Там-та-да-дам-там-там. Да-да-да, есть и такая штука. Где она там была? Head bounce. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Ну-ка запрыгни еще раз, посмотрю. У тебя там, по-моему, движок течет. Сейчас надо глянуть. Вот тут, вот тут, вот тут. Все, с тебя 5000. НЛО. О, стой у меня на голове, ты будешь моей защитой. Слушай, чувак не может в клетку пролететь. Блин, на клетке это защита от НЛО, офигеть. Сделай хэдбаунс опять, когда я у тебя на голове с машиной. Свали от меня! Ха-ха! Неудачник. Как он тебя... Да, это было немножечко... Немножечко. Так, там у нас тостер. Тарелка от НЛО осталась. Вот эта штука мне иногда кажется, знаешь, как будто планета какая-то висит над островом, да. По-моему, пора сменить остров. Давай на батут. Не-не-не, я батуты не люблю. А куда делись стеклянные острова, там все дела? Ты везучий. Нет, их вообще нету, смотри. Но они должны появиться. А, да. Вулкан! На батуте. Вулкан на батуте. Блин. Я, наверное, пойду сюда. Так, вообще осталось 3 человека и много островов. Что-то как-то разметало всех очень быстро, что ли. Подыхали люди. Знаешь, было бы прикольно, если... Оп! Было бы прикольно, если бы вулкан... попадал, например, по стеклянному острову или по ледяному острову и разбивал бы их. Это было бы круто. Ледяной остров растапливал. Ну да, тоже, если бы его разбивало, растапливало. Так, ладно. Он пытается разбить. Минус. Убьёшь ФК. Вот тварь. Да. Убивайте ФКшников, это грех, все это знают. Вулкан прямо здесь со мной, ты серьезно? С моей просто удачей? Стой. Просто стой, смотри. Observe. Так, я, наверное... Давай вот сюда. Правильно, чувак. А-ха! Нет, 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 да! Топ-1, агент Топ-7. Прикольно, прям тележечка такая. Хорошо, хорошо. Первый раз вулкан сыграл... О, блин, вот это выглядит просто божественно. Вот это выглядит просто. Смотрите на это укуренное лицо. Поймите меня правильно, я видел то, чего вы. Это правильно. Я первый. Да. Вот эта фишка в этой игре мне всегда бешено нравилась. Просто, ну, вот, то есть реально, у тебя твоя огромная статуя танцует. А. О, есть идея. Cargo Space? Car don't go space, car go road. Ты чё, у меня в брюшке застрял? Я ухожу. Давай. Нет, не ухожу. Я ухожу, нет, не ухожу. Картошка! Минус 2. Чувак прыгнул прямо к картошке. Вообще дурак, что ли? Опа, минус. Чё-то не знаю, какие-то дурачки с нами играют? Какие уровни? Погоди. Ты посмотри на эти уровни! Третий, пятый, четвертый. По-моему, мои 55-е еще. Такие два старикана дряблые с бородами такие. Мы тут живем на этих островах. И вы тут все. Вы все говно. Да. Вот там чуваки в пальме собрались. Смотрим то, что там будет трактор. Фрукты лопают. Меч! Ну, нам звездец. Не, они сейчас друг. Вон, они сейчас там будут друг друга рубить. Давайте, бейте. О, давай, минус! Бейте!
Картошка? А, не картошка, это просто он бьет. Опа, минус. А, гача, бум-бум. Скоро шланг не допрыгнет до нас. Запрыгнул. Не надо! Уберите у него меч кто-нибудь. Ладно. Раньше же забирали меч, или мне кажется? Нифига себе, подпрыгнул! Ты еще жива? Нет, вижу. Твоя тушка покатилась по ледяному склону. Он что, выиграл, что ли? Нет. Да. Я не верю. Нет! Как ты мог выиграть? Ты, тварь, крыса, которая убила всех мечом и на нас напала. Так. Хорошо. Поехали дальше. Поехали. Что за мертвая туша крота здесь лежит? А, это камень. Ладно. Мертвая туша крота. Просто это так выглядело изначально. Мертвая туша крота. Каждый день такие вижу. Так, ладно. Поехали дальше. Я не хочу, чтобы она здесь была, поэтому я ее солкну в воду. Не получится. Кто-то просто взял и сдох. Тут что, появилась опция суицида? Разработчики Fearenhunger пришли в этот режим? Как хотите, а я поехал. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Сколько ты там говорил, эта тачка стоит? 500. А, ну да. Ты посмотри на это лицо у нас. Ну, на нашей машине злая такая с носом. Угу. Я тебя задавить. Э, ты чё мои груши собираешь? Это мои груши. Ой, блин. Ой, да уйдите вы. Они все на груши прибежали, они все на запах. Я тебе говорю, если у меня появится меч, ты знаешь, что делать. Топ 7, голова с плеч, там тарелка. Ой, выныло. Картошка, тарелка, чёрт! Там две нылы. Забери вторую тарелку. Лаз... Ой, блин. Я, короче, хотел запрыгнуть на остров именно в тот момент, как только я прыгнул, пяточка сцепилась с лазером. Как ты мог? Ну я же не хотел. Так, тарелочник все, долетался. Ну все, еще одна тарелка прилетела. Блин. Короче, я тебе говорю, если у тебя вдруг появится маленький прыжка, просто запрыгиваешь на тарелку и... А это какие, красные или желтые? Красные. Желтые — это скорость, красный — прыжок, а черно-синий — это спейс. Ясно. Но так, чувак не умеет летать. Он даже по ФКшнику промазал. Ну ты посмотри, он промазывает по ФКшнику. Он его выкинул. Опа! Суши забрали остров. Так, лазерная тюрьма, два батута. Как ты так слился на лазере? Ну я ж не знаю где-то. Как ты мог? Так, посмотрим. Вулкан. А, нет, не вулкан, меч. Меч. Чувак сразу ботинки подрубил и туда. Блин, а меч-то не забираю. Опа, минус. Ха-ха. Я хотел сказать, ах, как жаль. Давайте, давайте, бегите. Бегите, глупцы! Бегите! Че, никто не хочет брать меч? Ну как не хочет? Не могут. Вон еще один мечок. О, еще один. Что это было? Нет! Ее выкинули прямо на меч. Ну вы нормальные вообще. Ой, блин. Да не бойся, она тебя не побежит. Она прям ко мне побежала. Ой, да не бойся, она не побежит к тебе. Ладно, не ко мне. Раз. Я тебе говорю. Два. А это вулкан. О!
Так, как можно быть такой... А, ты сдохла? Да ладно. Я хотел сказать, как можно быть такой везучий, чтобы два раза тебя торнадо выкинуло в нужную сторону. Сначала к мечу, потом к чуваку, но она туда прилетела трупиком. Летающие трупы. Пара-пара-пам-пам. И также их родители. Парам-парам-пам-пам. Родители, как у Лидии, да? Да. Родители, как у Лидии. Тыщ-тыщ. Так, вулкан, уйди. Вот серьезно, вулкан это самое страшное, самое рандомное, что может случиться в этой игре, потому что... О, туша мертвого крота. А, нашел? Да. Молодец. Обожаю туши мертвого крота. Ха, я украл у чувака грушу прямо перед глазами. Ну-ну. Ну-ка. Сдохни. В смысле, за раунд ничего не про... А, вот, все, понял. Опа, НЛО. До свидания. А, в клетке, все, иди к НЛОшке. А, точно, клетка это противоНЛОшная штука. Я посижу в клетке. У меня тут пальма выросла. НЛО забрали. Да. Один чувак сразу к тебе побежал, как только у тебя пальма выросла. Чем все так пальму хотят? Это же... У нас у обоих по 50 тысяч. А вдруг? А вот знаешь... Да, мы получили. Меч. О, меч. Ну, здесь уже на перегонки. Использую X. Или C. Там, блин, я рано прыгнул. Хотел прыгнуть на опережение, рано прыгнул, но я мог это выиграть. Чтоб ты знал, я на 15-м месте, обидно. Чтоб ты был на 15-м месте, ладно. Ты чё так? Не шути. Тут тачки. Слушай, я типа получил сундук, только открыть я его не могу. Фига ли, а чем мы вдвоем-то на одном острове? Девушка, что вчера произошло? Почему мы здесь вдвоем? Мои глаза подсказывают, что ничего хорошего. И чувак пошел раскидывать всех в воду. Правильно, спасибо! Спасибо, чел! А, она не сдохла! Нет, он ее кинул, она не сдохла. Че вы все тут-то соб... А, ну ладно. Сгодитесь, будете моими щитами. Как? Меночка, мы что, участвуем в шоу 50 тупых путей смерти, что ли? Или... Да. Чего у тебя так много людей? Я не знаю, я сюда пришел, и они понабежали, понаехали тут. Твои фанаты. Нет, вряд ли. Не, ну конечно, я круто раскидал всех с ложки. Скоро-то, что она к нам не подойдет. Ха-ха! Меч, бери. Какой меч? Конечно. Он мой! Нет! Ага! Нет! Ага! Нет! Да ну как? Что с твоим вестибулярным аппаратом, блин? Я не знаю, что с моим вестибулярным аппаратом. Там тарелка. Вестибу... Блин! Бибу. Не фартануло. Пацан к успеху шел. Ладно, ребят, давайте тогда паузу и встретимся в следующем... на следующем круге этого ада, хотя там творится такое безумие. Ладно, просто отсюда... Блин, жалко, тут нет кнопки наблюдать, я бы на это посмотрел. Ладно, проснулись на следующем острове, почему-то я опять с какой-то мадам. Максим, Вика, уж не знаю, с таким именем кто ты, мадам или нет. Максим, Вика? Ну да, это... Вот ты сейчас допрыгаешься прям опять. Ты уверен? Да.
Дежавю. Just in this place before. Higher on the street. Да. Короче. Итак. Опа. Нене ложка. Дежавю. Чувак, иди нафиг. Ну я пошел. Ну я не зря пошел в самый конец острова, иначе бы я сдох. Уйдите от меня, Милана Дубна и Во тьме ночной при свете дня, идите нафиг от меня. Ну реально, со мной какая-то Милана Дубна и Гу-гу-гу. 1, 2, 3, 7, 7. Блин. Непонятно. Чувак просто взял. Зачем вы берете тарелку, если вы не умеете ей пользоваться? Дайте профессионалам полетать. Тарелка упала, она сейчас стоит. Да, у нас тут на нашего кошачьего любителя майонеза немножечко смешок напал, поэтому если сейчас случится истерика, не обращайте внимания. Опа, я в клетке. Та-да-да-да-да-дам. Ты в клетке? Мне все взлетело, не повезло, не повтянуло. В смысле? Ты что, вылетел? Нет, ну я просто в клетке, такой лазерной. Ну и сиди там, клетка-то исчезла. Уйдите, здесь почему-то сейчас хочется собраться без сервиса. Я вижу, вижу. Хорошо, пусть. Собираешься, отходишь в уголочек и такой... Опа! И всех на лазер. Опа, НЛО. Ну, удачи им. Блин. Ну, чувак уже прыгнул к нему, я уже не долечу. Да мне пофигу. Мне не пофигу, я полетать хотел. Нет, не хотел. Нет! Нет, их два! Их два! Уни! Нет! Вы мои щиты. Ой-ой-ой, торнадо. Торнадо меня хотело кинуть. Он через решетку его вытащить не может. Смотри, смотри, смотри. Кость широкая. Нет! Как ты меня в воздухе-то... Ага! Короче. Бензинчика не хватило. Как он меня в воздухе схватил? Я же прыгнул выше. Чтоб ты понимал, то появился торнадо, он хотел меня отправить в остров, где была клетка, а у меня кость широкая была, не поместился. Ты же живой, нет? Ну, как видишь, конечно же, я просто утонул. А, просто, ну всего лишь. Да иди ты нафиг, блин! Отпусти меня! Бог. Трусы в горох, блин. Сколько? Вот дают тарелки абсолютно всем. Одну рядом со мной заспавните, пожалуйста. Будьте бобром. А лучше на твоем острове сразу. Не, ну, ну это было бы слишком. Опа, на мясорубочку кинул. Чёрт, пытаюсь взять НЛО, свои НЛО. Да-да-да, чтоб ты мог взять НЛО, пока у тебя есть... Смотри, такие перегонки. А-а-а! Крюкин. Да! Бесит! Как ты сдох? Он меня схватил выше, я не знаю, как этот луч работает. Ладно, в какое мне третье место? О, ранг подняли. Один целый этот руби. О, L1 ТХ место. ТХ. Ладно, ребятушки. В общем, такие сегодня были побегушки с прикольными багами, с прикольным ором, весельем. Вон любитель майонеза на скале стоит. Все, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем пока. Всем пока, да.